должны достичь 70% иммуноохвата вакцинации. Только вакцинация сможет остановить данную пандемию. Те, кто считает, что он отсидится за чьей-то спиной, это неправильно. Мы должны сейчас проявить сплоченность, организованность, и так мы сохраним здоровье, сохраним нацию. Только вакцинация нас спасет. Все сделано со стороны правительства, со стороны акимата. Внедрили и АШК. И самое главное, представили право бесплатной вакцинации. Многие страны не могут себе позволить такое. Да. И не только позволить, но и производить вакцины. Теперь населению нужно просто проявить гражданскую сознательность, не слушая различные хайпы, мифы, как хотите их называйте. Они все выполняют деструктивную роль. Наша задача сейчас выполнять установки наших врачей, вот, которые сейчас надо подумать о том, о каких они сейчас условиях работают. Без отдыха, сутками, во благо вот нашего населения. Нужно общая солидарность, поддержать друг друга, чтобы остановить данную пандемию.